Приветствую вас. Вы знаете, вы, вот я могу, конечно, только догадываться, отдаете ли вы себе отчет в том или нет, что по большому счету вы свой вопрос задаете точно так же, точно в таком же ключе, что и вот ваши фантазии, потому что, извините, нельзя и не нужно полностью убирать розовые очки, вот, потому что розовые очки нам нужны, розовые очки для того, чтобы, собственно говоря, фантазировать. Вот, и это очень здорово, что вы можете, что вы умеете фантазировать. На мой взгляд, это замечательно. Просто вас, да, фантазии, они слишком, слишком сильную роль играют для вас, и, по-видимому, вам, я бы сказал, что чрезмерно, так скажем, чрезмерно тяжело, вот, но, почему? Почему фантазия станет для вас чем-то вот таким чем-то важным, чем-то значимым? Почему так? На мой взгляд, все дело в том, что вы чувствуете, ощущаете в какой-то степени враждебность мира окружающего. И, соответственно, по этой причине вам хочется, вам удобнее, вам, может быть, комфортнее угодить в другую реальность, вот, нежели чем быть, в мире настоящем. И вас ни в коем случае не нужно обвинять за это, за то, что вы хотите. Тут имеет смысл разобраться с тем, почему вы уходили снова и снова в этот мир, собственно говоря, фантазии, вот, с чем это было связано,
И я думал, что мы могли бы с этим разобраться. То есть я думаю, мы могли бы рассмотреть ситуацию, при которой вы уходили в фантазию. Вот. Я думаю, что если вы этим занимались, то совершенно очевидно, что в реальном мире были вещи, которые вас в той или иной степени пугало. В той или иной степени эти вещи вас напрягало, в той или иной степени эти вещи казались вам чем-то угрожающим, чем-то неприятным, чем-то странным, может быть, даже. Вот. И, соответственно, вам проще было в реальном, в выдуманном мире. Вот. Ну, здесь нужно все-таки, на мой взгляд, определить, что такого неприятного было в мире реальном в детстве, да, то есть вот от чего вы конкретно пытались сбежать, вот, если пыталась сбежать, конечно же, вот, и, соответственно, я думаю, что основная информация по данному вопросу могла бы нам с вами помочь вашим, вот, проблемы решить. Ну, опять же, на мой взгляд, да, по моему мнению, мы могли бы эту сторону вполне разобрать с вами. Вот, ну, естественно, при условии ваших, при условии вашего согласия по данному вопросу. Вот. Вот, в принципе, в целом я бы, наверное, так ответил бы на ваш вопрос. Дальше. Совершенно очевидно, что есть нечто, что вы в себе подавляете. То есть вот есть нечто, что вы в себе не подавляете, есть нечто, что вы в себе обесцениваете, есть нечто, что вы в себе так или иначе отвергаете. Вот. По тем или иным причинам. Вот. И, соответственно, это тоже нужно разобрать. Потому что история — это сублимация. Вы говорите, что я никогда бы там не решилась бы там, да, вот,
На то, о чем я, ну, о чем я фантазирую, да. Ну, я думаю, что в основе подобного лежит все-таки страхи определенные, например, страх неудачи, например, страх, что у вас что-то не получится. Вот. Ну, понятно, что могут быть и другие причины, безусловно. Но основное, мне кажется, заключается именно в этом. Потому что вы себе просто-напросто не позволяете делать того, что вы могли бы делать, того, что вы хотели бы делать. Вот. Вопрос заключается в том, почему так. Это такой момент. Здесь нужно выделить базу. Здесь нужно выделить фундамент. Вот. Такой прям, как прямо сказал, конкретный фундамент. Вот. И рассмотреть необходимость и способы реализации того, что лежит в основе. В основе вот ваших желаний. В основе ваших стремлений, в основе ваших потребностей и так далее. Это важная история, и на нее нельзя закрывать глаза. Вот. К сожалению. Дальше. Идем. Вы пишете, обычно я делаю сопровождение музыки, не знаю, почему которое мне нравится прикрепляться на одном месте. Это похоже на отреагирование физическое. Дальше. Вы пишете. Значит, я очень мало общаюсь с людьми. Раньше у меня было много знакомых, сейчас мне уже ничего не надо, просто быть собой на дне своих фантазий. Да, это безусловно не может не тревожить. Вот, безусловно, не может эта история вас не тревожить, наверное, даже хорошо, что она вас в какой-то степени беспокоит. Вот, то здесь действительно есть такие тревожные элементы. Вот, но с другой стороны, понимаете, если вы не получаете от окружения, да, если вы не получаете от окружающих того, что вы нуждаетесь, к примеру, то что здесь удивительного, вами не хочется с этими людьми общаться. Ну, на мой взгляд, все это более чем нормально. Вот, необходимо просто больше такой веры в себя, вот, больше уверенности в себе, в собственных силах, вот. И я думаю, что если вы поработаете со своей самооценкой, а возможно и с определенными страхами, вот, то
ситуация будет идти исключительно на улучшение и только на улучшение. Вообще, да. Кроме того, когда вы говорите о том, что я боюсь сойти с ума, ну, вы говорите об определенном негативе, то есть вы говорите о том, что вас, по большому счету, тяготит в этой ситуации, вот. И на мой взгляд, путать одно с другим здесь тоже является ваша ошибка. То есть, вас что-то тяготит, вас что-то напрягает, вас что-то настораживает в окружающем мире. Вот. На мой взгляд, вы от этого всячески стараетесь отстраниться. На мой взгляд, вы от этого стараетесь всячески отдалиться, но это то, что с вами, это то, что не усилит само по себе. Вот. Поэтому, на мой взгляд, будет лучше, если вы все-таки признаете, что есть определенные трудности, что есть определенные проблемы, вот, и посмотрите им в глаза. Как бы тяжело и неприятно вам это не было бы. Вот. С ума вы не сойдете, но определенную патологию получить, конечно, можете. Вот. Так что не рекомендую вам себя запускать, а рекомендую вам начинать работать с психологом по своей проблематике. И тогда ситуация наладится. Тогда ситуация станет лучше. Вот. Сейчас, сейчас вот вы просто воспроизводите привычные модели удовлетворения своей потребности. Думаю, что в основе лежит низкая самооценка и страх ошибок. Вот. Значит, единого рецепта и варианта решение вашей проблемы нет и быть не может, потому что все индивидуально. И вы в том числе тоже индивидуально. Вот. Поэтому не нужно искать универсальных способов. В этом тоже проявляется заниженность ваших самооценок, потому что вы думаете, что сейчас я найду такой вот ключ, который у всем проблемы сразу решить. Нет. Этого не будет. Есть только ваша. Значит, ваша индивидуальность. И есть только ваша удобные и подходящие именно для вас способы и средства решения проблем. Вот. Вот так вот, в принципе, я думаю, вам можно ответить на вопрос.
которые вы выдаете. Волноваться вам не стоит сильно, потому что страшного пока ничего не случилось. Вот, ну и откладывать решение проблемы тоже не нужно. Чтобы жить в реальности, нужна мотивация. Вот, мотивация у вас, по крайней мере, пока я не увидел. То есть не видно, не видно, что у вас есть мотивация, что вам именно хочется делать что-то, что вам хочется достигать какие-то вещи вот, в реальном мире. Поэтому без мотивации здесь проблема. А мотивацию вы можете найти в своих ценностях. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго.